Когда мне хочется порадовать своих детей, я готовлю для них вот такие стрипсы с чипсами. И это очень вкусно. Самое главное, мне понадобится куриная грудка. Отделим ее от костей. Куриную грудку буду отделять от кости. После чего порежу на небольшие кусочки. Косточки оставлю на наваристый бульон, а мякоть порежем порционными кусочками. Добавлю соль. У меня соль со специями. Конечно же, перец. Сушеный чеснок. Паприку сладкую. И пару ложечек соевого соуса. Перемешаю и оставлю промариноваться минут на 30-35. Прошло полчаса, мясо замариновалось. И далее мне понадобятся чипсы. Измельчу чипсы при помощи скалки. И из чипсов получаем замечательную панировку. Возьму два яйца. А также понадобится мука. Берем мясо, обваливаем сначала в муке. После этого в яйце и последний момент обваливаем и получаем вот такие стрипсы замечательные. Остается отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-30 минут. А через 25 минут стрипсы наши готовы. Посмотрите, какие они аппетитные, а, горячие.